И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте попробуем сделать парную анимацию. Здесь, значит, у меня на болване это рик с миксама. Здесь будет другое управление. Ну, а этот рик именно мой, вот, который сделанный. Так, косточки доработаны, переделаны именно аддоном. Называется миксама. Так. Косточки добавлены, значит, на меч и на щит. Так, теперь нужно привязать еще, ну, для реалистичности, пускай будет шлем. Это у нас постмод. И привязываем к голове. Ctrl-P, сочетание клавиш, делаем вон. Все, теперь будет шлем на голове висеть. Без дополнительной косточки. Если нужно будет отрубание головы потом посмотреть. Но это уже потом в следующем ролике, если что получится, переделаем, значит, под отсекание головы, значит, персонажа, и отдельно добавим косточку на шлем, чтобы он слетал. Так, по прошлым роликам первый рик прописан в базе на 4-8 кадре. Сначала давайте сделаем анимацию вот этому персонажу, первому вот этому, а этот потом впишется именно в его анимацию. Чтобы нам вот это вот лишнее не мешало, вот этот персонаж, давайте мы его скроем, выделим и нажмем английское H. Все, он есть, но он просто отключен. Так, теперь что? Поле для чего? Для того, чтобы ноги при анимации не проваливались, значит, ниже уровня вот этого плана, как ориентировочный, он потом будет удален. И вот эту анимацию можно будет импортировать там в разные сцены. Так, ну погнали. Значит так, выбираем косточки персонажа и кость щита. Анимация будет со щитом, значит, заходим в постмод. Анимация будет делаться в направлении, значит, куда смотрит персонаж. Теперь нужно подготовительные дела сделать. Это значит подставить ему щит. Семерка на нампаде. Итак, семерка на нампаде. Подставляем вот к руке щит. Ну, где-то пусть будет ровно вот так стоять. Сейчас руку подвернем. Следом что? Значит так, английское А. Персонаж у нас в базе прописан на 1-5, а здесь у него прописаны кисти рук. Вот эти вот. Так, выбираем управляшку руки. Нужно поставить сначала нашего персонажа в позу. Прислоним к нашему щиту, довернем семерка на нампаде щит так, чтобы щиток не вылазил. Ну, в принципе, где-то вот так. Так, следом кисть R перекручиваем, выкручиваем кисть в сторону щита. И здесь я сейчас по бэрикам на перемотке, на ускоренной покажу. Ну, согну пальцы и пропишу еще раз их. Итак, пальцы согнуты. Теперь что делаем опять? Выбираем косточки рук. Можно прописать, значит, какую штуку. А, И. Прописка. Почему прописка идет теперь без появления окошка? Потому что в сцену была добавлена анимация с миксама. И она тут чуть-чуть переделала вот эту всю систему. Так, на нулевом все это дело прописано.
И давайте согнем еще вот эту руку. Так. Они в принципе прописаны уже, вот эти вот анимации кисти. Ну давайте еще раз продублируем это все дело. Опять же на ускоренном. Так, английская А и прописка. Вот, теперь у нас есть базовая с руками, значит, не согнутыми пальцами, и прописка уже в позе. Вот отсюда будем брать потом вот эти вот кисти рук. Теперь переключаемся на 10-й кадр. И что можно сделать? Даже можно... Английская А, Shift D. Давайте перетянем базовый уже согнутыми руками на 10-й кадр. Так, теперь выбираем меч. Да, уже вы говорили. Так, можно, конечно, эту косточку, если анимация не будет заключаться в перемещении, допустим, меча, привязать вот эту кость в Edit Mode, значит, к управляшке какой-нибудь, или вот к этой косточке. Но это нам не понадобится. Я хочу, чтобы анимация была именно как живая. Так. R. Перекрутка. Смотрим, чтобы меч, лезвие был правильно установлен в направлении. Делаем перекрутку, подгонку. Вот так. Отключаем видимость костей, и чтобы ну четко попало, значит, меч попал в руку. Так, базис в принципе сделанный. Теперь выбираем косточку руки и смотрим внимательно, чтобы вот когда пляска в анимации, если вы что-то поправляете, тут нужно работать именно с мечом и с рукой одновременно. Нельзя сейчас, допустим, подправить руку и не выделить, допустим, меч. Так, здесь вот меч устанавливается. Делаем так, R. Давайте вот меч пока опустим. Главное еще хорошо вот именно снять что-то на камеру и потом делать уже по видеокартинке всю анимацию. Просто из головы очень трудно выбирать, ну, делать именно. Но я попробую из головы. Так оно будет сложнее и в принципе интереснее. Так, щит в позе. Английская А и пропишу. N-панель, скринкаскей. Чтобы вы видели, что я буду нажимать. Так будет удобнее, наверное. Так, а теперь нужно вот это вот на 10-м кадре поставить его в стойку. Значит, стойку можно его поставить каким образом? Чтобы всего сейчас не перекручивать, делаем английское А, выделяем все кости, семерка на нампаде, делаем R, поворачиваем, корректируем, значит, голову, уже сэкономили, значит, на повороте тела, но тело нужно тоже доводить именно, ну, это можно уже шлифовать в процессе, но лучше делать, конечно, сразу. Так, теперь я хочу отвести одну ногу вот эту вот персонажа. Так, теперь выбрать тазовую кость. И вот теперь смотрите, когда мы будем работать с тазовой костью, нам придется выбирать и меч, допустим, вот выбираем меч, выбираем кисть руки, выбираем тазовую кость,
И выбираем уже щит и, значит, другую руку. Так, смотрим. G чуть-чуть на присед. В принципе, нормально. И теперь тройка на нампаде. G ногу вперед. Вот для этого уровень пола нам и нужен. Вы видите, что можно в процессе анимации, ну, допустим, ногу вот ниже чуть опустить или чуть выше, не допустить до пола. И вот это потом будет пляска, дергание, придется переписывать все ноги заново. Так, английская А, И, делаем прописку. Так, теперь что у нас получается? Персонаж должен ломануться вперед. Это уже у нас 15-й кадр. Значит, здесь чуть будет подольше, потому что, наверное, будет, возможно, еще и два ролика по второму персонажу и поэтому. Так, теперь R, приподнимаем руку, выводим ее вперед. Что у нас получается? Так, погнали его теперь. Что делаем? Выбираем нашего персонажа. Так, Дэн. Выбираем. Здесь вот с одной стороны тяжеловато вот постоянно вот эти вот все кости выбирать, но с другой стороны неплохо так. Так, значит, что у нас? Тройка на нампаде. И он подается вперед. Поднимается вот эта вот нога. R. И перекручивается, значит, рука со щитом. Тройка на нампаде. Делаем R. G. Так. Делаем перекрутку G. Вот. Значит, это в бок. Вот таким вот образом смотрим, чтобы щит не залазил, значит, в плечо или еще куда-нибудь. Так приблизительно, потом можно все переписать, подкорректировать. Так, есть такое дело. Теперь нам нужно согнуть позвонок. Позвонок можно гнуть, он не влияет на... Значит, на косточки вот этих всех щитов, кистей, так что позвоночник можно гнуть. Голову чуть-чуть задираем кверху. Потом здесь вот еще позвоночная кость, можно ее согнуть. Ну и еще можно поработать вот с тазовой тут. Так, голова тогда побольше поднимается кверху. И вот персонаж у нас получается в такой вот позе. Но нога, вы видите, напряжена. Нужно все тут ослабить. Выбираем опять же косточки вот этого всего действия. Опускаем и чуть-чуть его присаживаем. Во! Нога теперь расслабилась. Натяжки у нее такой нету. Так. Ну, в принципе, нормально. Чуть-чуть еще можно упор дать вот на ногу, от которой он будет отталкиваться. Равновесие, чтобы, ну, держалось. Ну, а теперь прописываем А, И. И что у нас получается? Персонаж стоит и пошла у него. Здесь можно потом ускорить или замедлить. Прописываем 20-й кадр. Что должен сделать персонаж? Он должен, значит, сейчас перекрутиться относительно вот этой, так, его правая нога. И он должен сейчас перекрутиться, сделать замах и потом отрубить голову уже болвану, который будет вписан в эту анимацию. Ну вот приблизительно где-то такая анимашка будет.
Так, нам теперь понадобится сделать разворот, да? И как это дело обыграть? Ну, давайте возьмем 10-й кадр. Как раз нога его на месте. И выберем английское А, все кости, делаем Shift-D. И на 20-й кадр перетащим. Так, теперь, значит, он идет и должен перекрутиться. Семерка на нампаде, мы его R относительно этой ноги перекручиваем, потом приметим, где вот эта стопа, и чуть-чуть еще подкорректируем. Так, здесь у него получается семерка на нампаде, английская А, R относительно, значит, стопы, даже семерка на нампаде, еще делаем больше разворот, значит, делаем Alt-G, Alt-R, возвращаем косточки кое-какие назад, теперь у нас получается, выбираем кость руки, делаем R, делаем G, R. Так, вот. Перекрутку. Здесь рука, значит, уже должна зайти вот в это дело. И перекручиваем саму руку, кость предплечья, выворачиваем вперед. Если есть, значит, косточки ориентировочные, как на коленях, там уже проще, вы кость одну подправляете и все. Так, с этим щитом что у нас происходит? Так, тройка на нампаде, единица на нампаде. Персонаж развернулся. G. Опять мы это дело отводим в бок. R. Делаем побольше перекрутку, R, еще Shift побольше перекручиваем, уводим назад, R перекручиваем, делаем открытие, значит, персонажа. Так, здесь G отводим чуть-чуть назад, отводим ключицу тоже назад. Так, тут уже чуть попроще, так. Так, выбираем тазовую кость, выбираем опять же все косточки, вот таким вот образом. И что нужно сделать? Нам нужно теперь семерка на нампаде перекрутить этого персонажа еще больше. И G, увести его, значит, в эту сторону. Семерка на нампаде, R чуть-чуть назад. G, ногу теперь перетягиваем, поднимаем, подтягиваем, сгибаем, значит, пальцы. И теперь что у нас получается? Опять же выбираем косточки рук, щита, мяча и, значит, вот эту вот грудную какую-нибудь. Ну, вот эту давайте. Косточку и делаем доводку. Теперь он должен смотреть в сторону атаки. Перекручиваем, значит, ему голову. Так. Ну вот, рука у нас согнута. Это не есть good. Давайте чуть-чуть R перекрутим и G на отмах. Так, и, наверное, щит теперь приподнимем чуть-чуть повыше, вот так вот перекрутим. Так, это оп, Ctrl Z, пропишу А и прописка на 20-м кадре, и вот выбрались не те косточки, выбираю только щит. Теперь семерка на нампаде, вид сверху, R
Доводка G. Так, чуть-чуть, наверное, R и все-таки его назад. Вот так как-то. А, и прописка. Смотрим, что получилось. Стоял персонаж, погнал, значит, бросает ногу. Так. Сейчас будем еще корректировать. И теперь нам на 25-й кадр. Так, теперь на 25-м у нас должна пройти перекрутка. Мы персонажа выбираем, тазовую кость, значит, выбираем кисть, значит, косточки всех вот этих причиндал опять. И теперь нам нужно это все дело, семерка на нампаде R, докрутить на тазе. Английская А выделить, семерка на нампаде, R перекрутить на ноге. И теперь получается, персонаж становится R вот на эту ногу. И вот нам понадобится, видите, уровень пола, чтоб ниже нога не опускалась. Так, а эта нога, вот эта нога, теперь должна уйти на перекрутку. Получается, английская А, семерка на нампаде, еще больше мы ее доводим. Семерка на нампаде R, перекручиваем голову теперь в эту сторону, косточку грудины. В этот разворот. Так. А эта нога теперь у нас поднимается. Значит, R, G. Перекрутка на пальцах. Так, нога R, значит, колено убираем в эту точку. Перекрутка идет на, значит, на колено. Вот так вот. Теперь у нас выходит таз чуть-чуть, значит, вперед в эту сторону. И нужно перекрутить нам вот этого персонажа, как бы выгнуть вот так раз. А голова чуть-чуть вниз. И теперь корректируем, значит, меч и щит. Так, это получается семерка на нампаде. Делаем R, делаем G, R перекрутку, значит, меча, он как бы вот теперь вверх поднимает, а щит доводится, потому что вот эта рука, она, ну, должна его как-то ближе прижать, чтобы он его не тянул, и значит щит перекручивается в эту сторону, ну как-то так-то. Так, а эту ногу тогда чуть-чуть, наверное, еще вот так вперед. Английская А, И. Смотрим, что получилось. Вот вы видите, что
Почему не стыкуется вот эта анимация, да? Потому что при перекрутке вот эти точки, значит, где он должен быть, так вот раз, допустим, здесь он ломанулся, и значит вот эта нога, вот куда он должен ее приблизительно поставить, давайте посмотрим, ну, вот подальше, да, вот сюда где-то, ну, давайте попробуем. Так, значит, персонажа английская Ан полностью перетягиваем где-то подальше. Вот так. А, и прописка. И вот теперь раз. Толчок. Здесь еще должна быть анимация, где он эту ногу, допустим, уже G кинет на точку приземления. А эта нога тогда должна уже приподняться. Раз. G. Ну, как-то так. А ну пропишем А и. Ну, вот уже как бы получше, да? Точка находим. Ну, в принципе, видите, стопу он ставит, но тут уже уходит стопа. И получается, вот отмечаем эту точку, вот так, переключаемся, и значит, идет упор. Вот это все действо нужно подставить вот на эту точку. Английская А, И, прописка. И вот уже у нас скольжение. Вот. Но здесь вот у нас западает рука. Бывает такая штука. Поэтому нужно тут еще будет корректировки. Все это значит G. Оттаскиваем. Выбираем косточку. И вот эти вот сдвиги, это есть вот этот вот, не есть гуд хороший процесс. Так. R. И когда будете подставлять, чтобы не было скольжения, смотрите внимательно. Желательно попасть более-менее точно вот в эту штуку. Так. Просто щит, по-моему, нет, относительно крутится. Но разные точки, значит, стыковки. Но это не проблема. Это все дошлифуется. Так, теперь, чтобы не было казуса, надо это все дело приподнять. Чуть-чуть, наверное, еще больше перекрутить. Вот так. Во. А, И. Прописка, потом все отшлифуется. И делать надо поменьше кадров, чтобы потом вдруг что-то, если произойдет, ну, сильно таких вот не было переделок. Там, допустим, 30 кадров переделывать или еще больше. А, и... Ну, тут тоже пропишется, вот видите, рука. Значит, все это отшлифуется, но вот теперь нужно посмотреть, чтобы он четко вот раз. Вот здесь вот мне скольжение не нравится. Так, вот он ногу кидает, он становится.
И вот здесь нужно подправить тоже анимацию, выбрать тазовую кость. Тут вот съехал меч. Нужно теперь дописать, докорректировать, значит, вот эту позицию руки. И если будет часто вот такая штука, то нужно будет копировать именно кадры с какого-то, допустим, положения кисти, чтобы это все было, ну как, не дергалось потом. Так, это прописали. Теперь что нужно сделать? Живости добавить вот в этот поворот. Выбираем, значит, кости таза, значит, кисть руки и, значит, наш щит. И вот это упор уходит теперь вот на эту ногу. А эту ногу, наверное, лучше как бы так, Ctrl-Z, значит, уводим упор на эту ногу. Ну, а эта нога вроде как уходит на скольжение. Можно еще больше приподнять, перекрутить и в пальцах согнуть. Вот так. Смотрим теперь. О, английская А, И. И получается у нас, значит, толчок. Перекрутка на точке и уходит в эту сторону. Теперь что он должен сделать? 30-й последний кадр, он должен, значит, развернуться и отрубить гаврику, значит, голову. Так, семерка на нампаде. Так, примечаем опять же эту точку. И семерка на нампаде. Английская А, выбираем персонажа и доводим его до раскрутки. Вот когда мы сейчас его вот перекручиваем, да, вот так вот, здесь, наверное, 35-й кадр еще все-таки будет. Тоже смотрим, чтобы потом на одной точке все это дело было. Вот точка ушла, значит, нужно его вернуть на эту точку, на эту метку. И здесь, получается, уже прописываем А. И смотрим, что да как. Вот опять улетает меч. Ну, под эту анимацию можно было, конечно, было привязать косточку полностью к кисти, чтобы уже не заморачиваться. Ну, так живее будет. Так, раз. И вот здесь он, значит, что он делает? Здесь он уводит. Так, это перекручивается, значит, перекручивается на ноге. Эта нога теперь должна встать, и он должен отсобачить на следующем, на 35-м кадре ему бошку. Значит так, ногу теперь уводим, куда должна встать нога. Вот так вот. Угу. Делаем ноге перекрутку вот таким вот образом. Опускаем, допустим, не опускаем пока пальцы, а просто так смотрим, чтобы не было большого изгиба. Вот. И чуть-чуть ее ногу делаем на выкрошку. Смотрим, чтобы она именно стояла. Вот так вот, на полу. Теперь выкручиваем, значит, эту ногу, семерка на нампаде. Угу. Выбираем тазовую кость кисти рук. Опять же выбираем меч. Руку, семерка на нампаде, делаем R. Поправка, значит,
Теперь уже на эту ногу. В принципе, он на это и будет крутиться, да? Значит, теперь упор в эту сторону. Отключаем через shift тазовую кость и выберем какую-нибудь, значит, со спины. Так, таз перекручивается. Так, и семерка на нампаде, делаем R, Ctrl Z, английская A, I, и смотрим вообще, что получилось. Здесь допишем. Так, 25-й кадр выберем Shift D, ну, давайте его на 28-й. Семерка на нампаде, опять же R, доведем побольше, А, И, ух ты, Ctrl-Z, Ctrl-Z, двадцать восьмой семерка, значит R. Перекручиваем еще больше. А, и вот теперь должна вот эта кружка быть. Да, вот она. Перекружка. Вот чуть-чуть скорости добавить, и уже получится нормальная анимация. Докорректировать вот эти все движение меча. Вот теперь 29-й нужно откорректировать. Руку, значит, ведем G к мечу. Так. Теперь щит уводим G к руке. G. Держим центр. Так, А, И, прописка. Так, ну и тут придется прописать. Но потом, слишком много кадров будет, я не хочу пока на этом заморачиваться. Ну а теперь 35-й, значит, у него должна... Так, это где он находится? Так, отсюда он... Так. И теперь на 35-м, значит, что он делает? Английская А, семерка на нампаде, делаем R, опять же перекрутку. А здесь нужно уже, здесь уже закончить это дело, да? Значит, выбираем тазовую кость, руки, щиты, значит, все это дело выбираем. Уводим его G теперь в эту сторону, упор на другую ногу. Чуть-чуть он здесь уже приседает, наклоняется. Значит, голова у него нормальная. Ноги. Так, вот этот вот
Что у нас тут с ногами? G. Нога уходит сюда. Так, теперь что можно сделать? Фантазируем, представляем, как это должно в принципе быть. И теперь R. R, значит, идет наклон. По-прикольному тут надо как-то обыграть это дело. Конечно, все-таки кадр. R, G, R. Ага, и повыше. Тут где-то у него башка будет, и тут. Вот так вот. Делаем выверт, значит, еще больше грудины. Голову наискость, грудину, значит, вот таким боком перекрываем. Он же упор сейчас будет делать. Ну и ногу тоже. R. Значит, ногу чуть-чуть выпрямляем. А то она тут что-то у меня поперекрутилась вообще семерка на лампаде. R. Так, колено я увел сильно далеко. G. Надо было ногой доработать. И теперь ногу, значит, R. R. Вот так вот. Ну, а эту ногу G. Так, G. На уклон. А, и прописка. Ну и получится, наверное, 40-й еще кадр все-таки. Так, теперь. Ага. Теперь он должен как-то присесть. Так. Теперь нужно дальше доводить, именно плясать вот от этой анимации. Так. Значит, попробуем перекрутить. Так, а ногу он куда должен поставить? А ногу он должен потом, раз она идет на перекрутку, чуть-чуть скольжение. R. Упор. Так. Перекручиваем таз, значит, R. Упор на ногу. Так, тут натяжечка идет, и значит у него отрубание башки, значит, идет, да? R, G. Ключицу, значит, подтягиваем. И корпус тела немножко, значит, искривляем. И голова поправляется, а меч уходит, значит, по траектории, это значит, он уже должен как бы вот так вот вывернуться и уйти назад.
Вот. Ну, тут еще надо, да, докручивать, докручивать. Но раз докрутка идет, нужно тогда еще докрутить, значит, щит, подать его хотя бы как бы вперед, чтобы у щита была движуха. И можно даже щит, наверное, тут уже поближе прижать к себе. Вроде как и от удара защититься, да? Вот. А и. Так, и значит, 17 на лампаде. А. Р. Доводка больше. А и. Все, прописка. Здесь уже он вроде как замедляется, не должен будет ускориться. И получается, так, здесь нога в воздухе, она становится упор. Здесь уже ногу можно чуть-чуть даже еще подкрутить. Нормально, да? Так, раз, а вот... Нет, точка крутится. Вот. Нормально тут. Вот. Вот точка сбилась, да. Вот она точка. Английская А. Выводим, значит, все это дело. Так, а где у нас? Вот она. На точку. На точку, а, и следом, опять же, на точку, вот, и здесь уже точка теряется, но он должен уйти уже, получается, от этой точки, он должен уйти уже, значит, дальше, вот сюда. Так как-то. А, и. О, уже более правильная такая покадровочка. Так, и вот здесь тоже, значит, вытягиваем на точку. Прописка. Все, здесь уже вот относительно точки. Теперь более-менее правильно крутится. И уже более прикольная стала движуха у него. И теперь от этой же точки он уходит. У него получается скольжение. Правильно, он эту точку теряет. Потому что нога у него становится в другое место. Так, а вот здесь вот нога перекручена, и значит, ее можно еще как-то вот больше поджать, наверное. А и так, ну а здесь тогда уже чуть-чуть нужно будет переделывать постановку, значит, точки. Можно его теперь чуть-чуть еще увести вперед. Раз он ногу кинул, то значит мы его уводим даже подальше можно от этой точки. Вот от этой. А, и получается у нас... Тоже нужно будет поправлять потом. И не убежать нам от 50-го кадра, значит, здесь он должен... Ну, давайте возьмем какой-нибудь кадр.
Вот этот, допустим, выделяем все кости, делаем Shift D, подводим к 50-му кадру. И теперь нам нужно вот где 40-й, тройка на нампаде, примечаем. Вот этого гаврика, значит, G. Смотрим, куда он будет смотреть. Так, мы его должны перекрутить. Семерка на нампаде, делаем R. Уводим дальше этой точки. Теперь он на другой точке должен стоять. Прописываем А, И. Вот видите, скольжение происходит. Просто точка не точная. И здесь у него тоже на ноге идет перекрутка. Можно нарисовать тоже это дело. Так. Допустим, вот тут. Вот где пятка. Теперь вот этого гаврика нужно отвести, значит, на эту пятку. Где-то так, наверное. Вот так. Так, он ставит ногу. Ага, вот эта нога должна стоять. Ну а тут вот теперь какая штука, а? Идет излом ноги. Вот это все нужно теперь ликвидировать. Выбираем косточку колена, допустим, там G, это не то. Вот это колено убираем, ставим его ровнее. Возвращаем, значит, вот эти кости можно выбрать, верхние. Сделать Alt-G, Alt-R. Все распадается, не суть вопроса. Возвращаем назад. И тогда доведем только вот эту косточку назад. Позвоночную. Alt-G, Alt-R. Так, Alt-G, Alt-R. Рука уходит G. Найдем ее. Так, и когда он отрубил, значит, бошку, у него, так, R должен быть где-то вот тут, наверное. Вот так. И кисть-то, да, перекрутим. Так, смотрим, чтобы меч попал точно в руку. Корректируем плечевой пояс. А, и смотрим, что вообще получилось, да? Здесь он бьет.
Так, и вот здесь такая печаль, да, он должен, вот этот гражданин, в принципе, да, где-то прижаться, согнуться. Здесь. Так. Ctrl Z. Ну, а здесь можно уже как бы облокотиться, наверное, на щит. Так, а эту руку вроде бы как, а ну-ка, вот из головы трудно вот это все дело брать. Это шиздец. Проще снять на камеру и вот это все дело повторить. Так, это уводим прямо еще назад. Грудину можно еще чуть-чуть докрутить. А голова... Так как-то. Все, ну а тут башка слетает и получается, что так, персонаж, значит, что вот с ногами он должен сделать? А, и упор идет на щит. В принципе, нормально. Раз он, чтобы не упасть, облокачивается на щит. Вот так, да? Выверт идет. Он вывернутый, все нормально. И тут вот раз становится. Ну теперь вот это все дело. Семерка на нампаде. Нужно повернуть все к тазу. Так, семерка на нампаде, делаем R. Выбираем ногу. Подтягиваем ногу и перекручиваем таз. Ну как-то так-то, наверное. А ну-ка, семерка на нампаде. Так, да. И тогда получается нужно ногу R опустить, G увести, значит, ее назад. И докрутить, значит, вот это дело все назад. Да? Так, и что-то тут у меня с тазовой костью. Ну-ка. Как-то так-то, да?
Колени на место. Ах ты. Так, это Alt G, Alt R. Так, и значит, доводка. Ну и меч на расслабуху, да? Так, и ногу, наверное, семерка на нампаде все-таки перекрутить. Что у меня тут ноги-то перевели? Вот так, да? День. И давайте теперь сделаем упор, значит, куда? О, тут таз у меня перекручен. Так, и вот эта душа. Alt G, Alt R. Так, Ctrl Z, Ctrl Z. Вот такие вот бывают казусы, что нужно вот это все дело возвращать назад. Значит, тогда таз будет уже в принципе ровный. И нужно голову теперь довертеть, докрутить. Смотрим, так. В принципе, прокрутка нормальная. Вот, раз. Вот он бьет. Так, башка уходит. И он протормаживает. Ну а здесь можно его уже в позу поставить, расслабусь такой. Так, вот эту ногу нужно еще. И вернуть колено. Так, и желательно еще, значит, вот это все дело немножко увести на другую ногу и чуть-чуть, значит, приподнять. Так, и вот это колено тоже назад. Ну а меч, меч как бы на расслабуху вниз. Вот так. А щит тогда поднимаем. И прижимаем его поближе к ноге. О, вот так будет уже вроде бы правильно.
Так, а тут уже нужно персонажа будет подставлять и все вместе с тем персонажем, значит, прописывать это дело. А, и... Так, вот здесь вот желательно, наверное, ногу все-таки приподнять. Вот так. И раз он здесь прокручивается, желательно все это дело тоже приподнять. Как бы вот так. Так, эту ногу тогда чуть повыше, и можно ее тут чуть перекрутить. Как-то так-то. И тогда получается уже более, видите, он ее уже ногу ставит. Просто промежуточный подъем есть. Натяжка и вот. Так, надо еще вот с этой перекруткой что-то порешать именно с рукой. Пробуем вот такую утку. Значит, раз. Угу. А здесь просто выберем другую косточку. Вот эту. Опустим. Не жгут неправильно, но как вариант. Вот еще тут пляска, значит, на мече. Вот надо это дело тоже будет подправлять. Вот, допустим, меч. Здесь вот тоже прописывать его надо будет на всех кадрах. Так, что тут у нас? Вот еще нужно будет вот эту штуку прописать, но это в конце вместе с плащом уже. Так, смотрим, что получилось. Ставим 50 кадров. В принципе, вот если брать вот отсюда, да, вот как раз он нападает и голову, в принципе, он уже вот тут срубить на 29-м может. Если так смотреть, то он здесь уже бошку может отсобачить. Ну а здесь уже остановка вроде, да, здесь у него остановка. И получается, голову он будет отшибать на 28-м. Вот, вот здесь вот он отшибает. А дальше у него вроде как торможение идет. Раз, вот он все, да, и он встал. Ну, в принципе, что, если так вот брать, сейчас вот дошлифовать это все дело, докорректировать, переписать какие-то кадры, сделать ему чуть-чуть мягкость, где-то вот более поступь,
ускорить, замедлить, что будет. Можно даже по кадровку уменьшить будет, если вот раз, здесь вот он бьет, здесь он раз, бошку отсекает. В принципе, все нормально, и он уходит, ага, все на торможение в другую сторону. Траектория у него раз, отсекает и ушел в бок. Вот. Нормально. Вот как-то так. Чуть-чуть дошлифую ее и потом уже в следующем ролике подставим, значит, другого персонажа и попробуем, чтобы он, ну, бошку ему собачил. Вот тут надо щиты прописывать, меч дописывать, перекрутку чуть-чуть отшлифовать. Здесь вот он бьет правильно, таз на месте, выкрушка, щит прижимается ближе, потом, значит, что он делает? Раз, упирается щитом, и потом уже раз, становится на ноги. О, так он может вообще анимация, смотрите. Здесь он толкается, как бы идет вперед. Одного может оттолкнуть щитом. Вот тут на этом кадре. Как бы отталкивает щитом, чуть упор на персонажа дать. И потом докрутка. И вот здесь вот уже он, значит, может. Что-то у него большая прокрутка. Раз. Крутится, да? А здесь другому бошку может отсобачить. Значит, этого он может толкануть щитом. А здесь вот эти кадры можно, в принципе, а никак ты их не уберешь. Ну ладно, это я в процессе уже подшлифую. И посмотрим, что уже на выходе будет. Всем пока, до свидания.